Всем привет, друзья, это канал Масалим. В работе у нас Рено Дастер. Делаем шумоизоляцию задних дверей. Двери разобрали. Видите, кусочек приклеим. Все. У нас барабан получается. Сейчас это будем все убирать. Также разобрали правую дверь. Сейчас поверхность обезжирим и приступим клеить. Продолжаем работу. Проклеили первый слой в дверях. Как видите, все проклеили сплошным ковром. Все прокатали. Приступаем клеить второй шумоглощающий слой. Закончили клеить второй слой. Как видите, то же самое, все проклеили сплошным ковром. Толщина его 4 мм. Все, приступаем собирать двери. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока.